Друзья, те, кто следит за АвтоВАЗом, в курсе, что Лада сняла с сайтом такую модель, как Ларгус. Куда сняла, неизвестно. Будет ли снова производство, также неизвестно. И я сейчас нахожусь рядом с автосалоном Лада. И здесь представлено очень много Ларгусов, различных Ларгусов. Сегодня Ларгусы. Складывается такое впечатление, что Ларгус опять вернулся на российский рынок. Однако нет. Эти все автомобили поддержанные. Сколько стоят? Какие есть версии и варианты? Давайте пройдем, посмотрим. А начнем вот с этого вот автомобиля. Это у нас кросс-версия. Машина 2021 года выпуска. Пробег здесь 138 километров. Передний привод. 106 лошадей. Механика. Но это все по классике. Два владельца. Стоимость 1 миллион 649 тысяч рублей. 1 миллион 650 бы написали сразу. 49. Дальше. Лада Ларгус, уже версия не кросс. 21 год. По пробегу быстренько смотрим. 60 тысяч километров. Один владелец. Двигатель 90. Цена 1 миллион 399 тысяч рублей. Следующий Ларгус у нас уже идет 21 года также. Здесь пробег 56 тысяч километров, три владельца, 106 лошадей, цена 1 миллион 599 тысяч рублей. Этот уже с рейлингами. Вот этот, что подешевле, без рейлингов. Разница в цене 200 тысяч. Дальше, Ларгус опять 21 года. Здесь два владельца, пробег 14 тысяч километров, двигатель 90, цена 1 миллион 540 тысяч. 9 тысяч рублей. Это у нас старенький Ларгус фургон, 17 год, пробег 94 тысячи километров, 4 владельца, двигатель 102 лошадки, цена 899 тысяч рублей. Ларгус 19 года, здесь у нас по ПТС владельца 3, пробег 7800 километров, 87 лошадей под капотом, 8-клапанник, цена 1 миллион 299 тысяч рублей. Дальше опять Ларгус фургон, но уже посвежее, 2020 года выпуска. Здесь один владелец, 82 тысячи пробег, двигатель 106, цена 1 миллион 149 тысяч рублей. Ларгус 2020 года, здесь по ПТС 3 владельца. Пробег 17 тысяч километров, цена 1 миллион 349 тысяч рублей. Двигатель здесь 106-сильный. Дальше Ларгус обновленный 2021 года. По ПТС здесь собственников 2, пробег 10 тысяч километров, двигатель 90, цена 1 миллион 599 тысяч рублей. Дальше Ларгус опять 2021 года фургон. Собственников 2, пробег 79 тысяч, двигатель 89 лошадей, цена 1 миллион 349 тысяч рублей. Опять 21 год, и как я вижу, 21 год обычно с двумя собственниками, пробег почти что под 100 километров, по 100 тысяч, двигатель 106, 1 миллион 529 тысяч рублей. И с другой стороны также представлены Ларгусы. Что можно сделать? Какой вывод? Как подытожить всю обстановочку с Ларгусами? В общем, машины 21-20 года стоят где-то в районе 1,5 миллиона. 1,5 миллиона, друзья, без разницы, будь то фургон, будь то 5-местный вариант или 7-местный вариант. Кросс-версия дороже, 1 650 000. Вот такие вот, друзья, цены на Lada Largus. Обязательно напишите в комментариях, дорого, недорого. И как вы думаете, вот новый Largus, который сейчас обещали привезти к дилерам на продажу, сколько будет стоить он? С учетом того, что дилер сам будет выставлять на него цену. Так как на официальном сайте цены на Largus больше нету. Его сняли, сняли как бы в тень, убрали вообще как машину, то, что они ее не производят. На этом, друзья, у меня все. До новых встреч!